მითხარით რა არის გულში, რომ გადავთარგნო? Гурши, да, гурши, дай го. Е, сар ме посуц. Шпинат, зелёный лук, кинза. Шпинат, зелёный лук, кинза, укроп и сыр, да? Сыр, сулгуни. А, сулгуни и имерули вместе, да? Имеретинский. Имеретинский, да, сыр и сулгуни, да, понятно. Ну, у сулгуни нету родзини, потому что его везде делают. Лук сказали. Зеленый. Да, зеленый лучок, короче. Короче, ребята, вот такие вот пироги. Вот этот вот получается пирог. Можно, ребята, вообще-то тут добавить листья свеколки, но листья свеколок нету, и вот приходится вот так вот. Свекольная ботва. Ботва? Свекольная. А, свекольная братва, понял, да. Ай, гатище, трав, жоргуну, са, али сиском я рапели, я их мею. Сюда хай, гатище. А вот и так отсюда, отхели, аба расабит. А, дерис, аба румен на часу. Какой я, ба? Духовка ши? А, ребята, мне сказали, что она должна чуть-чуть отдохнуть, как бы, да, и потом его много отхелу, а, чуть-чуть, важа, гатхелева, ба, страху я русулат. А, раскатать его надо будет, да? И потом уже на жаронку, короче, и в духовочку. Вот так вот. Ну, паузу. Нажму я сейчас на паузу. А как называется? Это ж пирог, да? Ну, осетины тоже делают, ребята, такие штуки. Вот так вот. Ну, они, естественно, от нас научились, ребята, если что. Вот такие вот пироги. Ну, пауза. Вот, ребята, значит, раскатали. Ну, просто вот пальчиками вот так. Раз, 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 и готово. Здесь обязательно, ребята, надо вот так вот, чтобы пары оттуда выходили, ребята. А то она, естественно, все равно долопнет. Сейчас вот погреется у нас духовочка. Ну, и т.д. и т.п., короче. Вот такие вот пироги. Вот поближе посмотрим, ребята, на начинку. Зелень, естественно. Щедро насыпано, ребята. Шпинат. Лук зеленый. Укроп и т.д. и т.п., короче. И вот сулугуни и имеретинский сыр. Вот так вот. Ну, я уже повторяюсь, блин. Ну, у меня же, ребята, привычка повторять. Не знаю. Мне, допустим, нравится повторять, потому что если кто-то ослышался, да, он услышит вот такие пироги, вот, ребят. Вот так вот. Пауза. Посмотрим, ребята, тут таймер и т.д. и т.п. отдыхает, короче, будем смотреть, что почем и когда. Тесто, естественно, с дрожжами, ребята.
Без дрожжей такие вещи не делаются. Вот так вот, ребята, раз-раз и готово. Вот так. Вот такие пироги. Сейчас я, значит, сниму, засниму потом на готовую, ребята, и все, видео отключим, естественно. Вот такие вот пироги. Короче, ребята, вот такие вот пироги, короче. Конечный итог. И блинчики, естественно. А, с мясом, да, будет? Да, будут. С мясом. Мясо. А. Вот оно. Молодца. Умничка. Короче, что мы делаем без женщин? Вот так вот, ребята. Так что цените своих женщин, жен и так далее. Все, пока-пока, ребята. Приятного аппетита всем.